Приветствую вас, мои дорогие зрители, на связи Яна Федорова. Сегодня буду готовить изумительно красивый и вкусный салат «Моя любимая жена» называется. Для этого мне понадобится куриное филе, ну, примерно с полкилограмма, отварная морковь, если крупная, штучки 3, но у меня мелкая, я чуть побольше взяла, отварная свекла, тоже штучки 3, сыр, примерно грамм 200 кусочек, 3 зубчика чеснока я уже измельчила, 6 вареных яиц, грецкий орех, примерно грамм 70, и изюм грамм 50, майонез, любая приправа для курицы и черный молотый перец. Куриное филе я нарезала на мелкие кусочки. Теперь его нужно немножко посолить по вкусу, поперчить тоже по вкусу и добавить приправы. Приправу можно брать любую, которая подходит для курицы. Чуть-чуть. Все. Теперь перемешиваю. И сейчас я поджарю куриное филе на сковородке на растительном масле. Курицу я поджарила вот до такого состояния. Не очень сильно, просто средненько. Так, дальше. Сыр натерла на крупной терке. Свеклу, морковь, яйца тоже натерла на крупной терке. И когда я яйца стала натирать, я вот немножечко срезала такие полосочки. Это для украшения белок. Дальше смотрите внимательно. Здесь будет немножко сложно. Курицу и яйца я пока убрала в сторону. Туда больше ничего добавлять не нужно. А вот в сыр, свеклу и морковь мы сейчас будем вот так последовательно добавлять. В сыр я кладу чеснок, в свеклу орехи и в морковку изюм. Вот так. Теперь все эти слои, вернее свеклу и морковь, нужно немножко посолить по вкусу. Так, и морковку тоже. И добавить майонез. Так. Немного в сыр. Немного в свеклу. И немножко в морковку. Все. Теперь каждый слой нужно перемешать и обязательно попробовать на вкус. Нужно, чтобы слой уже был готового вкуса, по соли, как надо, чтобы все было. Все слои я подготовила. Начинаю собирать салат. Я сделаю салат в виде кольца. Мне очень нравится, как он выглядит именно в виде кольца. Так, первым слоем укладываю курицу. Вот так я распределила. Теперь вторым слоем укладываю сыр. Сыр тоже ровненько распределила. И следующим слоем аккуратно яйца. Яичный слой сверху чуть-чуть поливаю майонезом. Такую небольшую сеточку. Так. Немножко. Ну, так, думаю, будет достаточно. Следующий у меня морковный слой. И самый последний слой свекольный. Вот так вот все у меня получилось. И теперь немножко украшу его каким-нибудь узорчиком. Вот что-нибудь такое сделаю. И вот что в итоге у меня получилось. Вот так я его украсила. Из этих полосочек белковых я свернула такие, ну, как бы трубочки или конусы. И получились вот такие цветочки. Очень красивый, такой торжественный, нарядный и изумительно вкусный салат. Ну все, дорогие мои зрители, желаю вам хорошего настроения и удачи во всем!